Как перекрыть воду, если вот этот запорный кран не работает, не перекрывает? Дальше счетчик идет. Никому не рекомендую, но принять ко вниманию. Вот здесь всегда должен стоять косой фильтр. Или сетчатый фильтр. Или фильтр грубой очистки. Внутри сетка находится. Под давлением я открутил гайку. Вылетела, сетка вылетела, вода побежала. То есть в квартире, не знаю, этот вариант, наверное, не прокатит. Смотрите сами. Дальше взял такую заглушку для поддомкратника Мерседеса. Ну, это самодельная. Каучук какой-то. Вставил ее сюда, в это место, там, где сетка была. Дальше пружину подходящую нашел. Вот такую. Заранее подготовил. Вот. Вставил ее в гайку и с усилием попытался затянуть. Не с первого раза, вот, все получилось, но получилось. Воду я перекрыл, вот. Увидим, что здесь у нас видна эта резинка. Воду я перекрыл, смог произвести ремонт, потом все это выкрутил и собрал на место вот этот фильтр. Я не знаю, кому это может подойти, но в интернете я решение не нашел, поэтому выбрал вот такой вариант. Этот бежит, а тут все стоит.